Мавлиды во дворах Махачкалы уже стали доброй традицией. Каждый год, в месяц рождения пророка Мухаммада, мир ему. Ежедневно в столичных дворах проводят духовно-просветительские мероприятия. На одном из них побывал наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. Во дворе дома на улице Гамидова сегодня праздник. Для местных жителей выступают ведущие исполнители нашидов республики, которые красивым голосом восхваляют лучшего человека на земле – пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Для детей и взрослых устроили увлекательную викторину. Правильно ответившим на вопросы о событиях и жизни посланника Аллаха, мир ему, вручили конверты с небольшими денежными вознаграждениями. Три мальчика, четыре девочки. Это правильный ответ. Да, это правильный ответ. Это прекрасный ответ тем, кто пытается намеренно или по незнанию навести тень на славного и непорочного пророка Мухаммада, мир ему и благословения. С удовольствием мы спускаемся на это мероприятие, и наши детки, для детей вообще это особенная радость. Каждый год наши дети становятся, может, более нравственными. Это, конечно, сплочает, сближает. Это мероприятие мы проводим с 2011 года. Каждый год проводим, и вот все жители активно собираются здесь. И у нас очень и гости из другого двора тоже бывают. Проводим мероприятия, алхамдулиллах, вместе с духовным управлением. Такие мероприятия мы проводим, это Мавлид месяц. Мероприятие в первую очередь просветительское. Проповедники рассказали о прекрасном нраве посланника Аллаха, а через экран проектора показали отрывок из фильма, повествующий о рождении пророка Мухаммада, мир ему. Это имя значит «хвалимый» за свои качества, «хвалимый» всеми за свою доброту. Дворовые мавлиды в Махачкале проводятся вот уже 12 лет. Они проходят по заявкам и желанию жильцов многоквартирных домов. А организатором их выступает муфтия Дагестана при поддержке Минаса региона и медиахолдинга «Аманат». Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Мурадбек Барзов, телеканал ННТ, Махачкала.